Слышал? Привет, я очень. Мне же видно. Я как собака, мне кажется. Привет, Николай. Так, ну что, давай. Возьми, пожалуйста. Не переворачивай какие-то бокалы, девочка. Я на съемках. Ну датчик. Того, да. Сюда или сюда головой? Туда. Головой, да? Не сиртес, а сиртек. Моим сиртом. Кристина, это твоя бандура? А да. Так и будет, да, на полотенце? Потом на полотенце, да. Ну, типа, постелили. Там холостым там, видно, красивым девушкам, покажи на левое. Тебе нужно бродяжка приподнять просто. Ну, я приподниму, но сразу. Гагунский вон ходит. Полностью ложись, не стесняйтесь все свои. Закройте, пожалуйста, штору. Ну, не говорите за все. Ребят, кто-нибудь закройте штору. Я за себя не ручаю. Посмотри. А, вот так ты после Сочи заговорил, да? Все нервы мне там вытрепал. Давай, ну сюда положи, Саша. Тогда смешно. А потом мы. Давай, сейчас общий, а потом светим крупно через нее. Головин, тебя обожаю. Ну не какает, ну снимем типа раз, типа. Ничего, что ты женат? Я не жена. Виктория, садись тоже. Где, Саш, да. Садись туда. Как бы, я не могу. Здесь получается у нас такая небольшая сцена, там где... Ой, не знаю, когда в Сочи, скорее всего, после Нового года. Шуги лучше в Олимпийке пока. Мы пока так узнаваем Олимпийки. Да? Шуги, ты уже можешь себе показать, уже сердечко. Все, уже... Давай я так сяду. Все, не вздумай сорваться. Я в той же одежде был всегда. Да, Джон Мерзой. Добро пожаловать в Сочи. Добро пожаловать в Сочи. Так, а где моя-то? Подожди, я со своей. Ну, потом. Давай уже. Да. Ты своя вон. А может даже на 35 снять? Да. Давай уж снимем, потом уже будем. Ну, я про то, что... О, вот круто, да. Здесь что, чуть-чуть приподнимись, чуть-чуть узнаем мужика. Вот так мы вот. Нет, тебе нельзя в эфир. Мне не надо в эфир. Я вон туда снимаю. Яна, я жду. Сейчас один крупный план, они сейчас снимают, потом меня, и все, я выезжаю. Видишь, я уже оделась. Ты видишь, как бы я на полу сижу, чтобы ты понимала. В город Сочи пошел налево, не хотя пошел. Спасибо, мамулька у меня просто золотая. Сама, Миш, с этой сцены хорошо выйти в телефонный звонок моей жены. Вот с этой сцены, вот считаю, вот здесь будет стоп. Мы считаем, сейчас они телефон, какую-то новую придумали, Ян. С этой сцены мы выходим все тихо, зависают и говорю, ты же знаешь, нормально, как чай пьем, все хорошо, все, я наберу. И после этого пошло. Из этой сцены я выхожу в телефонный звонок, где на 2 секунды останавливается клип. Это не проблема вообще. Телефон сейчас на зарядке. У нее может быть здесь. Мама, уйди. Мама звонит. Яш, ты успеешь, я уйду. Ты-то успеешь, они еще здесь будут. Ты хорошо гармонишь. Бабляшки, ну вот сюда сядь, пожалуйста. Яна. Наташа. Блин, ну ты везде просто. Мы не гоним. Нам придется везде. Мы понимаем, что тебе холодно. Не надо одеяло так сильно на себя. Знаешь, хотим сняться. Ребят, давайте, внимание, ребят, смотрите, что сейчас снимаем. Пусть ляжет, посмотрите. Смотри, что снимаем. Я много вижу, я поправлюсь. Я из этой сцены выхожу, и телефонный звонок жены, я там типа, да-да, чай пьем, все нормально. Я пока что все тихо, все... Прям как вот это, помните? Как в мультфильме, нет, был конкурс такой, типа, вот, замирается там видео такое. Вот прям типа такой. Челлендж. Здесь небольшая стоп-челлендж. Сергей, спасибо большое, какого гена. Вот ты хочешь ха-ха-ха, а ты закрываешь... вот. Вот это понимаешь? Ты закрываешь рот. Типа там лоб, все. Только прям, прям дураж должен быть. Стоп. Сане будет неудобно. Ребят, не давайте задачи, я спрошу. Будет по кадру неудобно.
девушки ему рот ну, закроют, поймут по мне, что звонит жена. И будете его утихомирить. У него есть кому заниматься. Сейчас Саша полезет всю сцену, разломает, будет топтаться по головам. А ты занимайся видео. Тогда девчонки меня закроют. Да, да, девчонки. Я наеду домой, отдыхаю. Причем можно желательно поцелуем. Я здесь описаюсь, не надо. Просто выходит. Гагунский нет, мы все на главных планах. Постой в кадре. Да в кадре. Хорошо, не сядь. Ребят, занимайтесь своими вопросами. Хорошо, ребята сидят. Сейчас начнется сцена, они привстанут, как на ставках, на боях. Все будет нормально. Болеют. Это все надо одним планом снять. Я встал, потом здесь мне средний снимаем, типа, я, блядь, вы слушаете меня или нет? Да, конечно. Давай. Давайте быстрее снимать. Не занимайтесь актерами, я все скажу. Да. Давай. Мы же профессионалы. Ты сколько лет? Кто сколько лет? Вот 20 человек в кино. Все он там знает. А, спросили, когда выйдет песня. Какую вы песню спрашивали? Чужой женой стала. В 98 году начать снимать. Возможно. Никогда. Неизвестно, ребят. А, еще привет тебе из Одессы. Из Одессы? Да. Привет всем одесским. Одесса, мама. Мужика подошел, уже посоветовал. Ложись, вот на тебя камера не попадает. Ну, конечно. Сейчас спорим. Ну, не спорим, я просто говорю, Гагунский не строгий, он справедливый, потому что... Два режиссера на площадке для актера. Там по свету, может быть, кучка. Потому что целый день все... Каша в башке, он ни хера не понимает. Никто ничего не понимает, как каждый хочет разное. Я все объяснил. Я сижу в этой теме. Давай. Кто там сидит? Мага. Давай. Мы снимаем это все одним планом. Все Мага, считаем. Сюда. Потом ты хлопаешь, Азамат, хлопаешь в ладоши, типа телефонный звонок. Я вскакиваю, хватаю телефон, говорю всем тихо, и все замирают, и на этом стоп. На этом стоп, и мы снимаем отсюда разговор с женой. Давай. А стоп, стоп, 3 секунды стоп. Потом опять ты хлопаешь, опасно, опасно. Давай, вот это все буквально. По хлопку все замираем, а сейчас все встаем и активно считаем. Адриана, я один ребенок, у мамы, у папы есть сыночек. Так, что, готовы? Да, камера есть? Начали! Ладно, ребят, пожалуйста, все, всем пока, мне надо посмотреть.